Есть у меня одно шикарное местечко под Питером. Как НЗ, на всякий пожарный случай. Но сначала короткая история. Это питерские автоблогеры Женя и Илкина. Ну, гоняют по городу, все нормально. И где-то года полтора там назад Женя стал искать земельный участок под строительство дома. Говорит, ребята, если у кого есть варианты, говорит, я, говорит, комментарии читаю, пишите. И с таким задором все это дело рассказывал. Думаю, ну, напишу. Если судьба, значит судьба. Написал, рассказал, что да как. И думаю, оставлю этот комментарий на сутки. Если получится, срастется, значит срастется. Но, к сожалению, видимо, не попался мой комментарий к нему. Сейчас покажу то место, где бы мог стоять его дом, если бы у нас бы все получилось. Вот эти 9 с копейками сотки. Это курортная зона рядом с городом Зеленогорск. Вот дорога. В ту сторону едем. Вдоль Финского залива. Видите, машинка стоит вдалеке. Там за машинкой дорога поворачивает налево, как раз там участок и находится. А если перейти вот эту дорогу, видите лес? 100 метров проходишь, и там Финский залив. Шикарное место. К сожалению, денег на строительство дома нету, а в кредиты, в кабальные влезать, я просто боюсь. Может быть, когда-нибудь что-то изменится. Ну а пока это НЗ на всякий пожарный случай. Всем спасибо, всем пока.